Братва, салам алейкум! Кент-ПГ на проводе! Прямо сегодня ваша любимая рубрика «Крысик Тупсокий!» Сейчас будем крыс завозить! Я уже начинаю завозить! Тверкаем, тверкаем, тверкаем! Амель, как называется твоя болезнь? Ну что же, леди и джентльмены, прожмите прямо сейчас по лайку, потому что я подал самые крутые, самые кринжовые ютуб-шорты и тиктоки! Ну что ж, погнали! О, это у нас Котя, погнали! Братва, интересно, что сейчас снится Ситрохе? Давайте вы поставите... Я думаю, вы снится мой огромный диглоурейд. А мы сейчас посмотрим. Я думаю, ему снится хряхать или грипп. Спит, смотри, что ему снится. А ну. Масочка! Давай, Ситрух, просыпайся. Ситруха. Что это? Какая она Ситруша? Я не понимала тебя. Ну что, идем дальше. Попал! Точно в цель! Да ты снайпер! Типичная каска в ММе! На легендах! Да ты снайпер! Это обычный кейс-симулятор. А фу, рак скинов, удали аккаунт, нам не интересно тебя смотреть. Блин, братан, прости, не хотел тебя обидеть. Это чисто подписчики, которые все пишут: фу, Кент, ты плохой! А, ребята, дам 1000 голды, ты напишешь хороший комментарий. Кент, ты самый лучший Кент, я тебя смотрю с детдома всю жизнь. Давай, дружище. Такая жизнь. Удача 1000000%. Погнали смотреть. Перчатки, стопудово, сейчас перчатки, пацаны, выпадут. О, пролетели, стой! Да-д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 а! Бедный Слаги. Ничего он за бедяк. Кринжанул да кринжанул. Кобыла. Кобыла. Это про... это что, не мне? Про тебя. Ромашка. Ромашка, одуванчик. Незабудка. Ага, есть еще пух, репейник. Камыш. Мать моя женщина, ребята, три арканы. Три арканы, продаем. Три арканы, ёханый. Футболка то же самое, смотри. Ребята, 400 голды, три арканы. Быстрее, налетай. 400 голды, три арканы, это ёханый. Я трейдер, Анетка, я трейдер. Просто смотри. Это арканы. Вот, подчекай, я закрою. Ты что, не знал, это новый аркан? Ты, я за дуру, что ли, принимаешь кем-то ПК? Это новый аркан, ребята, пишите в комментариях по-братски. До сих пор еще не купил скины, понимаете? У меня уже один скасы... Реакция тик-така на донаты. Два. Опа. У него как будто, знаешь, на все донаты одинаковые реакции, смотри. Логика стендоффа. Дерево не горит. Дерево не горит. Дальше. Ну. Нельзя перепрыгнуть. Ну и это дефолтная игра во всех играх также, не? Нету ног. Мне кажется, у чела нет логики. Всем пока, пока, салам алейкум, родной. А мы идем дальше. А я не поняла, а ну-ка встал. Мама, я уроки делаю. Какие уроки? Ай. Ты в телефоне все игры прошел, а? Мам, ну я хотел часик уроки поделать, пожалуйста. Учебник положил, телефон взял, и чтобы все игры к вечеру прошел. Ты меня понял, я все игры проверять буду, понятно? Все, это место, тихо. Тихо. Папа Гриб становится человеком. Смотри. Что? Ты слышишь? Что? С моим голосом. Вот ты знаешь, вот, вот эта вся рубрика можно писать этим видео. Ничего не понятно, но очень смешно. Что такое? Руки мои! Болят руки, а! Покажи! Покажи, у тебя дырка появилась! Что с руками? Это папа Гриб превращался в человека. Сон Нави тренера. Бананчики! Бананчики! Мама, скинь мяч! Ну ты домой зайди, да и возьмешь мяч! Ну нет, ты меня тогда домой загонишь! Нет, не загоню, потом выйду! Нет, брат, не иди! Это скам от мамы! Возьму и пойду дальше гулять с друзьями. А я не поняла, а куда это мы? Ну, гулять, ты же сама разрешила. Какой гулять? Там ночь на дворе, погоду увидел, все, мама. Ночь на дворе, посмотри, светло. Это скам от мамы. Когда изменили раскид? Я и моя удача. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-е. Ген, научи трейдиться с одной голды. Пыжи, прошу. Окей, врички, без проблем сделал, и подписка пара. Учитесь! Заходим на рыночек и выбираем скин. Я Нетку так научил. Будем трейдиться. Ну, поэтому у меня инвентаря-то нет. Я предлагаю брать, ребята, как минимум рарку.
К примеру, довольно-таки выгодный трейд, если покупать эмочку Китсуне. Покупаете ее за 0.69, а продаете за 0.85. Спустя пару часиков у вас будет такой же инвентарь. Чё? Спустя пару часиков у вас будет такой же инвентарь. Спустя пару жизней. Это Веля вне видео. Что, думаете, у меня закончились идеи для видео? Смеюсь вам в лицо. У меня их не было изначально. Опа. Это я Нетке отправлю. А ты чё не спишь? А себя на пятом. Мороз, а давай те, кто поставят лайки, ты подаришь им подарок. А те, кто не поставят лайки, ты насрёшь им под ёлку. Насрёшь под ёлку. Ты не... Друг, ты не везучий. Я. Не смешная шутка, так же я. Учила 9 анкомонок и 1 комонка, да? Мистер Бомбастик. И скрафтил комонку. А, неудачник. Моя девчонка ходит по полю кругом. Потеряла бедолага свой 15-й телефон. Ой, фу, кринж, кринж. Кринж. Ой, директор кринжа. Они тебе помогут. Как называется его болезнь? Что за мне подарили доберы на мой день рождения? Я не понимаю, а чё это в кринж тиктоках? Лайк, подписка, поехали! Первый подарок для братика тиктака, и он сладкий. Тиктак подарил торт. Это правда! Я вам отвечаю, это правда. Следующий подарок. То, что у тебя 3СМ, да, это правда. Новенькие AirPods. Следующий подарок от Абовина. Спасибо, братик. Ну а Рик мне подарил вот этот Валика. Чармик. Реакция ютуберов на женские версии ютуберов. Абован. Царевну лягушку. Ой, какой красавчик, да? И она стала... Была бы я парнем, я бы замутила с такой. Вера, можно дать ее контакт? Я сделаю с ней контакт. Ну ты понимаешь, о чем я... Нави тренер? У молодого видно сразу. За щеками есть парочка диглов такой. Ай, ты красавчик мой, ты маленький. Вау, Рик, какая ты милая. Я бы замутил бы с ним. Смотри, ноги. Капитонов. Слышишь, а вот это вот справа кучерявая. О, какая милашка. На училку похож, на училку похож. Милашка. Я бы закрутил ей волосы. На свой дингл. Я в каждой катке ММ. Нет, пожалуйста, нет. А, раньше времени начал радоваться. Рипер, либо да, ну, стой, да, нет. Вот он, король подкруток от разработчиков. Разработчики, можно меня что-то подкрутить? Да! Офигеть. Да посмотри, мой нерканы падают. Да! Статрек, да! А, мы не... Обалдеть, посмотри. Посмотри! Я не могу на это смотреть, я завидую! Все, я не хочу смотреть, но я тоже хочу арканы. Выпал нож с кейса. Выпала рарка. Ой, краш! Смотри, какой красавчик. На Бибера похож. То есть тут скинул не маг, я понимаю, да? Смотри, видишь, он подобрал мой АВМ. Смотри, внимательно. Мой АВМ подобрал. Да, ну у вас АВМ спорт тоже? Память кента. У меня АВМ спорт? Не, ну это реально кринж. У всех такая память. Абсолютно у всех. Алиса угадывает кента пока. Ваш персонаж женского пола? Красавица, ты мне очень нравишься. Ваш персонаж связан с игрой Майнкрафт. Ваш персонаж стал знаменитым благодаря компьютерным играм? Имеет ли отношение ваш персонаж к Stand of 2? Мы не знаем, что это такое. Есть ли у вашего персонажа борода? Да-да. Есть ли у вашего персонажа игрушка в виде лягушки? Имя вашего персонажа состоит из 4 букв? Ничего, меня реально угадает? Персонаж использует матерные слова? Нет. Да нет. Да ты чё? В имени вашего персонажа 7 букв. Ваш персонаж кукушка? Да! Есть ли цифра в имени вашего персонажа? Почему меня так тяжело угадать? Нет. У вашего персонажа есть девушка? Да! Нет! А вашего персонажа охотился Сталин? Ты видел, какая ты молодая? Да! Сливай, 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 брат, сливай! Пожалуйста, не кажись... Ой, блин, это было очень обидно. Так дешево стоит, так дешево стоит. 6К, да. Но это было очень обидно. Иди! В очко!
Кента ПК, может, это мне немножко галдишки? Анелька, ты же не видишь, а я сам бомж, братва. Ну, если вам нужно галдишечки, так же самое, как и Анетушке, то я вам советую залететь на булдропщик, потому что булдропщик это топовый дропщик, тем более, там добавили новую коллекцию карсиков. И самое главное, добавили новый ивент. Бей Крампуса и получай бесплатно топовые скины. Прикиньте, как же это круто. Анетка, что скажешь? Я в шоке и иду сразу на булдропчик. Уже. Ну, а чтобы вы зашли еще быстрее, сверной башкой секретное слово вы увели и забрали свой приз. Ну что же, все нужные линки находятся снизу, а мы идем дальше. Я гусь, мама утка, смотри, я гусь, кручусь туды-сюды, пусть мне все до балды. Оу! Тот самый фанат стандоффа называет игру шедевра стандоффом. Его любимые летсплейщики по стандоффу это Рик, Сткил и... Подожди, а почему реально Стендов 2 называют шедевра стендоффа? Я не понимаю, что за прикол. Не могу понять. А, давай. Ваши рекомендарии напишите. Веля, Critical Ops'а, хотя сам, скорее всего, еще в 19 году пришел с Копса. Его мечта это золотой керамбит. Не может поднять свое звание, если попалась не Сэндстоун, потому что Сэндстоун он знает как свои 5 пальцев. Да! Это как мираж для крейсера. Терпеть не может эмуляторщиков. Скорее всего, купил себе iPad, чтобы играть на нем в 4 пальца. Хотел бы себе AKR Carbon, чтобы клеить туда наклейки. Каждый раз пытается пройти и накопить на боевой пропуск, чтобы не донатить в игру. На досуге еще и рекламку прочекать. Следующее видео тот самый фанат Бравл Старса. Опять Веля! Да блин! Смотри, как Веля радуется Аркане за 30 голды. За 30 голды? А, обалдеть. Ну это неправда. Учим ножи стендов. Запоминай! Раскладушка. Кладушка. Открывашка. Дешевая раскладушка. М9 Бенни. А, все, просто вот так. Теперь осталось зайти на рынок и купить. Так, надеюсь, я успею. Так, Treasure Hunter. Он что, купит с рынка? Он не купит. На месте он, на месте. Ему сольют. На месте, на месте. Он купит за 200, а? За 200 тысяч. За 200? Да вы гоните. Я в шоке. Это котя? Я в шоке. Кто больше нуб? Тик-так или Веля? Прямо или сейчас Анетка. Мы все узнаем. Все лайк, подписывайтесь. Я тебя не добавлял, потому что ты бы точно была бы фаворитом. Первое это ранг. У Вели ранг элита и чемпион. У Тик-така. Гол 3, гол 4. Первый балл у Вели. Второе. Время онлайна. У Вели 4600 часов. Да, накручу. У Тик-така 3800. А Брунет второй балл. А у меня 10 тысяч. У меня 10 тысяч часов. У Вели 1-13 тысяч. О, смотри. Ты что, прыгать собралась? Угу. Ебни сальтуху. Прыгай. Братик, смотри, у меня есть карта с неограниченным количеством денег. Что, правда? Ага. А можно тогда пиццу заказать? Конечно, можно. Я говорю, с бесконечными деньгами. Тебе столько никогда не снилось, Даша. Ты хочешь всего одну пиццу заказать? Давай две. Тебе тоже взять? Ага. Блин, опять один в три остался. Ну ладно, выходим. Пацаны, типичная карта, можно смотри. Хотя бы пачку поставить? Можно. Спасибо, уважаю. Какой душевный пацан, да? Обратимчики Васи. Все, разносим. Опа, хэдшотик. Не, ну он кибер, это кибер. Тебе. Это... Блин, один поставил. Это джентльмен. Получилось хэдшотик. Ну ладно, побежи. Смотри. Джентльмен, ты ли это? Братва, сейчас просто полный трэш. Вот реально, мне же неловко стало, когда смотрел это видео. Готово? Представляете, меня Кенту ПК назвал только что бомжом. Вот послушайте. Шмиатрон меганул. Послушайте, вот мы писали Red Dead Enter, смотрите, что он сказал. Это было 2 года назад. Да. Смотрите. Оля. А ну стой, Анетка, замри. Посмотрите, Анетка вообще не поменялась. Да не, поменялась, ну, молодая. Ты даже красивее стал. Анетка, ты как... Как вино. Смотрите. Оля, опять бомжи пришли. Блин, мне же неловко как-то. Мне обидно даже не то, ну, не то чтобы за себя. Мне обидно за свою аудиторию, то что... Ну... Вот прям бомжи. так обидно. Бомжи, это оскорбление всей жизни. Ты меня всю жизнь бомжеткой называешь. Смотри, братишка, если я тебя обидел, хотел бы извиниться. Во-первых. Во-вторых, я Анетку всегда называю бомжеткой, то есть это не было как оскорбление. Просто многие ютуберы, в том числе и ты, в тот момент времени, это было примерно года, наверное, полтора, может быть, даже 2 назад. Думаю, 2 года назад. Ты это делал с целью пиара. То есть ты заходишь на 20 онлайн, и когда там у Анетки, там, грубо говоря, было, там, не знаю, 200-300. И пишешь «Рейд от Дентера». «Рейд от Дентера» пишешь. И потом подписчики Анетки заходят к тебе на стрим. Это пиар, это все знают, это ты знал. Вот поэтому у меня была такая реакция. То есть не с целью
оскорбить, а с целью того, что кто-то хотел нажиться на нам, на нас. Это было, ну, не очень красиво с этой стороны. Ну, а, брат, это было в прошлом, поэтому, салам алейкум, погнали. Сейчас будет проверка на байтера. Подожди, стой, я скажу, когда. Проверка на байтера. Сливай! Сливайся за 2000! Сливай, брат! Сливай! Мы все просрали! Сливай! Нет. Сливай! Да! За 0,3 слили. Да! За 0,3, прикинь. А почему в этом шорте не показывают? Ну, монтажер был криворукий. За 0,3 слили киргол. Это наклейка 110 голды! Понимаю. Позже шоки, ребята, налетайте. 400 голды, трейдер, успейте, пока я не перейду. Ой, кринж! Играть, у вас нубы голимые какие-то играют. Твои пацаны начали... Тик-так раньше. 3, 2, 1, 0! Вот это попал жестко, да? Смотри. Тик-так сейчас. Эх, тик-так уже не тот. Ну и ну, басос. Ребята, мне не верится. Да покупай уже. Я надеюсь, вы готовы. Покупай, голодик, брат, давай. Не успеет, да? 3, 2, поехали. 1. Купили. Чисто чел купил на видео, одел в рейд. Не успел, холодичек, братик. Ставь лайк, если тебе лучше его. Вот честно, я из-за этого и люблю тик-така. Вот мне нравится. Я он такой же, я тоже такой же. Я эмоциональный человек. Ну просто, я не знаю, все, что во мне, то вы видите. Вот так я ничего себе не скрываю. Тоже самый сильный ютубер по стендов 2. Давайте раз и навсегда это выяснить. Ну это изи. Подписка, погнали. Самый первый ютубер это тик-так. Он насколько ботик. А я на первом месте. Калибровку. У него последний. Ты ноунейм, я тебе даже не приглашал. Веля, у него ранг бронза 1. Дальше у нас идет обой, но у него ранг тоже бронза 1. Ну и первое место у нас занимает КПК. Ну, так смотри. Ну ты видел, какие у них ранги? Там бронзы все ютуберы. Один я нормальный, ну нормальный ютубер. Трэш, тебе такой не стыдно? Сноубол. Крысюк, а? Смотри, купил нещадный киргол, смотри. Случайно купил. Я бил! Я купил нечаянно киргол! Проверим, насколько прочные ножи из игры Stand of 2 в реальной жизни. Сегодня этими ножами мы будем резать этот монитор, антистресс, эту бутылку и этот торт. Так вы же байтер тик-так, да? Смотри, пластиковый ножом. Пацаны, нож сделал пару царапин, но не справился с монитором. Посмотрите, что стало с ножом. Теперь антистресс. А, это легко. Порежет, да. Да, по-любому порежет. Надо кринжанул. Что произошло с этой штукой? Ее просто расплющило, ребята. Нож справился. Тортик. Ну это изи, изи карточка. Никогда не думал, что керамитом голд буду нарезать тортик. Блин, на что таз заделась. Ну это нереально. Пацаны, это трындец, нож пробил бутылку, посмотрите. Ой, ё-моё, она вытекает, ребята, пробила дырочку. Тебе дырочку пробей. Сейчас мы тебе дырочку прям, дорогулечка ты моя. Типы игроков Stand of 2. Ютубер, мне нужно снять видео. Сейчас куплю несколько гейм. Это про меня сегодня. Так был подляк, пацаны, сейчас говорят снимать видео. Но потом я взял волю в кулак и записал для вас. Очередной кринж. Открою и выложу ролик. Ну, спустя да. 3 часа. Но почему тут 0 просмотров? Киберспорт. Нельзя. Блин, я проиграл турнир. Я готов. О, это скилл. Питер, я скачал читы и сейчас буду всех нагибать. Стоп, это все бан? Отчим, почему ты голый? А теперь запомни, ты теперь донатер. У тебя есть нож, а кругом попрошайки. Дай ПЖ, голды, дай голды. Ром, это же дэм! Кай должен раз ром, по его мнению. О, это про тик-так, 1-1, тик-так. Я сзади. Вылитый тик-так. О, а что написал не тот чат? Он написал не в тот чат. I'll be back. Чисто дуэль против тик-так, 1-1. Ребята, и на этой хорошей ноте! У кого стоит, прожмите лайк. У кого не стоит, прожмите 2 лайка. Также подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был Кринж ТикТока и главный кринж Ютуба Анетка. Всем удачи, всем пока! Пока-пока!
пока, больше не зови меня вообще в свои видео, тебе кринжевичкой, блин, меня называешь, вот ты позорь, фу, блин.